Говорим о вкусных и полезных продуктах. Вадим, мой следующий гость. Вадим, здравствуйте. Как ваше настроение? Отлично. Мы наконец-то открыли производство, которое анонсировали здесь полтора года назад на ПМФе 18-м, подписав с губернатором Новгородской области соглашение. И наконец-то завод построен. Мы вырастили урожай голозерного овса и выпустили первые в Российской Федерации хлопья из голозерного овса без содержания глютена. Этот продукт абсолютно импортозамещающий. В Российской Федерации у нас пока его не было. По исследованиям Аксиомы мы пятые в мире после Ирландии, Сингапура, Канады и США, который выпускает этот продукт. Он предназначен как для больных целиакии с непереносимостью глютена, как и для здорового образа жизни. Очень важно потреблять наш продукт для того, чтобы не было проблем ни с гастроэнтерологией. У него прекрасное содержание аминокислот и полиненасыщенных кислот. И тем самым он как оксидант, антиоксидант работает и против онкологии, и на оздоровление кожи и клеток организма. И очень полезен именно по своему пищевым свойствам. Он есть, в нем есть бета-глюканы, которые снижают уровень сахара в крови и позволяют регулировать его состав. Значит, и тем самым постоянное потребление нашего продукта оно компенсирует любые другие диеты и позволяет людям, ведущим здоровый образ жизни, быстро и удобно питаться. То есть, если вы думали, как и я, что каша может быть только вкусной, на самом деле это совершенно большой миф, она может быть в том числе и полезной. Вы можете следить за своим здоровьем и быть уверенным в том, что это действительно не причинит вам никакого вреда. Абсолютно верно. И насчет вкуса, это действительно правда, потому что в отличие от обычного овса, у голозерного овса отсутствует так называемый типичный горьковатый привкус, который есть даже во всех советских СНИПах, чем овес и отличался. Он сладкий, он вкусный, его можно есть там просто даже вот как сушеные семечки. И поэтому всех призываем покупать наш продукт. Мы выставляем его по цене гораздо ниже той дикой стоимости, к которым к нам приходит в ритейл зарубежный продукт. Это даст возможность людям, которым этот товар действительно необходим, покупать его, не переплачивая втридорога за эти безумные проценты. И плюс мы сами выращиваем семена, сами выращиваем зерно, убираем, сушим, перерабатываем. Вот все в нашем хозяйстве. И, соответственно, мы контролируем весь процесс от начала до конца. И мы гарантируем качество и гарантируем то, что это именно тот овес, который мы произвели. И этот продукт не фальсифицированный, ничего, это вот, ему можно верить. Я уверен, что вы сможете влюбить в себя всех покупателей, всех потребителей. Спасибо. Потому что продукт действительно достоин внимания и уважения. Желаю вам хорошего бизнеса, пусть эти 3 дня пройдут для вас максимально эффективно. Спасибо. Спасибо всем.